Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі. З вами програма ТБУ «Топ блогери України» і я її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні до мене в гості прийшла дуже цікава людина. Це блогер, політичний обозріватель Володимир Золкін. Вітаю нас в студії. Здравствуйте. Одразу хочу запитати не таке. Тобто блогер, займаєшся блогерством, тобто розкажеш людям те, що вони не можуть почути з екранів телебачення. Скажи, будь ласка, особисто ти довіряєш більше телебаченню чи блогерам? Ну, я, наверное, никого особенно не удивлю, если скажу, что я вообще никому не доверяю. То есть ситуативно смотрю какие-то темы. Если меня интересует какая-то тема с разных сторон, если я не получаю достаточного понимания с одного источника, тогда я могу посмотреть 3-4, проанализировать и для себя сделать выводы. То есть я говорю свое мнение. Я занимаюсь этим исключительно для души, можно сказать. То есть я день... У меня работа, я в офисе Вильный работаю. Да. Художник. Да. Я слушаю что-то, читаю, интересуюсь. Где-то что-то могу в Фейсбуке там написать, прочитать и так далее. И вот за день, например, я проанализировал вот эту всю информацию. Вечером я могу просто включить себе стримчик дома и пообщаться со своими подписчиками просто о тех или иных вещах. Сразу же они мне задают вопросы. Сразу же я на них отвечаю. То есть я даже и блогов как таковых пишу достаточно редко, потому что на это на самом деле нужно большое количество времени. Вот. Поэтому кому я доверяю, говорю, никому не доверяю, но слушать могу всех. Я можу зробити висновок, що ти сказав наступне. Нікому не довіряю, довіряю собі, і ви теж мені довіряєте. Підписуйтесь на блоги. Правильно? Пожалуйста. Конечно. Ну почему нет? Хорошо, так, в принципі, все одно, є у нас достатньо така велика кількість блогерів, достатньо відомих, вони з різних таборів, і хотілося б все ж зробити їм таку маленьку рекламу. Ну, зміг би ти, наприклад, трьох блогерів порахувати, яким більш-менш можна довіряти? Це виходить ще з того, що ти нікому не довіряєш. Ну, трошечки комусь більше, може, довіряєш, комусь менше. Ні, я б не хотів нікого виділяти взагалі. Тобто реклами не буде, бо ніхто не заплатив. Ну, правильно, правильно. Так за правду ж ніхто і не заплатить. Ага. Я говорю правду, я можу смело сказати, що мені за це не платить ніхто, тому що ніхто тобі не заплатить за те, що ти просто береш і правдиво освещаєш якусь ситуацію. Ну, тільки YouTube може за монетизацію заплатити трошечки. Це така штука, яку я навіть особо не страдаю. Тобто, що там вони платять, дай платять. Ну, добре, давай перейдемо тоді до дуже такої гучної новини. У нас з'явилася нова прокурорша, чи новий прокурор. Ми будемо використовувати фемінітиви чи ні? Ну, давайте, прокурорша. Пані Венедіктова, твоє враження, очікування і взагалі, як ти ставишся до пана Рябошапки, який залишив свою посаду? І перейдемо до пані Венедіктової. Значит, про пана Рябошапку буквально два слова. Это моль, просто какое-то эфемерное существо, которое, тем не менее, достаточно устраивало Петра Алексеевича. Это мы видели, как голосовала солидарность, как она высказывалась по поводу его отставки, как по поводу назначения Венедиктовой. То есть понятно, что Венедиктова их не устраивает, солидарность, голос. Рябошапка их устраивала. Ну, это и все, что можно сказать про Рябошапку. То есть человек не сделал ничего. А вот по назначению Венедиктова, и, кстати, спасибо за этот вопрос, потому что там прям очень много чего можно рассказать. Я буду апеллировать юридическими терминами. Если что-нибудь непонятно, пожалуйста, сразу же спрашивайте. Значит, при ее представлении на должность генерального прокурора ей был задан вопрос одним из депутатов. Вы будете настаивать на том, чтобы отменили закон о амнистии для майдановцев. До речи, это депутат от партии «Голос» задавал такие запитания. Да, меня больше интересует сама сущность даже вопроса, даже никто задал. Если бы депутаты наши читали законы, о которых они говорят, они бы, возможно, скорее всего, постыдились бы задавать такие вопросы. Потому что этот закон не имеет, в принципе, ничего общего с законом про амнистию. Я просто вам зачитаю, как называется этот закон, чтобы ничего не пропустить. Давайте.
Это закон Украины 21 февраля 2014 года, номер 743-7, то есть это можно загуглить и посмотреть, да? О недопущении преследования и наказания лиц участников событий, которые имели место во время проведения мирных собраний. Ну, мирных собраний имеется в виду, конечно же, Майдан. Вы слышите здесь хоть одно слово про амнистию? Нет. Точно так же вы прочитаете текст этого закона, и вы не найдете там ни одного слова о амнистии. Почему это важно? С юридической точки зрения, если говорить о законе про амнистию, то он может выходить хоть каждый год. Например, там, в 2014 году одних людей амнистировали за одни преступления, в 2015 других людей за другие преступления. Каждый год выходит новый закон. Все эти законы про амнистию, они, во-первых, начинаются со слов «закон про амнистию такого-то года», а не так, как этот закон. Во-вторых, они все опираются на базовый закон, закон про застосование амнистии называется. В этом законе есть четвертая статья и пункт Г. И в этом пункте сказано, какие преступления не попадают под закон про амнистию. Тобто все ж якісь обмеження є. Конечно. Конечно. Каждый закон про амнистию всегда опирается, в первую очередь, на этот закон. И вот что меня заинтересовало. Дело в том, что там есть сноска, что если поименно, индивидуально, то можно. Я подумал, неужели всех майдановцев, кто там был, поименно занесли в этот закон? И пошел его читать. Нет, этого там нет, я сразу скажу наперед, но интересно другое. В этом законе первая статья, за нарушение которой людей необходимо освободить от ответственности, это статья 109 Уголовного кодекса. Статья 109 Уголовного кодекса – это у нас действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. А в пункте Г закона о амнистии, о котором я говорил, статьи 4, там сказано, что законы, статьи, связанные с нарушением основ государственной безопасности, не попадают под амнистию. То есть, что я хочу сказать? Да. Я хочу сказать, что этот закон ничего общего с законом про амнистию не имеет. Это первое, что здесь нужно определить и понять, что сам по себе вопрос, который задал этот самый депутат, он не имеет никакого смысла. Венедиктова ему ответила, что, конечно же, я буду настаивать на этом, потому что, во-первых, необходимо две стороны расследовать, но это логично. Это логично. А также она сказала, что этот закон не соответствует нормам УПК. Конечно же, он не соответствует нормам УПК, потому что это не закон про амнистию. Амнистия – это не когда тебе говорят, ты невиновен. Амнистия – это когда государство тебе говорит, ты виновен, але мы тебя прощаем. Не да. Да. Вот. То есть это не закон про амнистию, потому что там ничего такого не сказано. Там сказано просто не преследовать таких-то людей, которые брали участие там-то, за такие-то преступления. Сейчас я еще зачитаю несколько преступлений, которые здесь просто я выписался. Это очень интересно на самом деле. Некоторые совершенно непонятно, как вообще туда попали. Вот. Это не закон о помиловании. То есть там опять-таки никто не просил его миловать, и никто никого не миловал. Это не декриминализация каких-то определенных статей. Это просто неведомый зверь какой-то. Закон взятый действительно с потолка, где сказано, вот в этой ситуации она была, никого не трогать. Никого не трогать со стороны, естественно, майдановцев. Ну, а эти, как бы, практически априори уже назначены виновными. Вот. Теперь я хотел бы, собственно, пару статей, если можно. Вот просто, да, это может быть интересно. Зачитать, что в этом законе, про это, ну, в кавычки его берем, про амнистию для майдановцев, какие тут статьи, собственно, перечислены. 112-е. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Это вообще ничего, это понятно. Да. 113. Диверсия. Совершение с целью ослабления государства, взрывов, поджоргов и тому подобное. Естественно, что такие люди, которые это совершали, они должны быть, их нельзя преследовать. Это как бы, да, понятно, само собой разумеется. 121, 122, 125, 128, 129 – это нанесение тяжких телесных, легких телесных и остальных телесных повреждений различной степени. Естественно, по этому закону таких людей тоже преследовать нельзя. Боже, какую чудову Украину мы можем втратить? Да, я вот тоже читал и думал. 146 статья. Незаконное лишение свободы или похищение человека. Во время событий на Майдане можно было незаконно лишать свободы и похищать. Правда, какое-то имеет отношение к мирным акциям,
Или даже в окей, если они там были где-то немирные, ну, какое это имеет к ним отношение? Я вообще читал и вчера, и не понимал. Но есть статья 147 «Захват заложников», такое опять-таки ни о чем. Есть статья 151 со значком 1. Использование малолетнего ребенка для занятия попрошайничеством. И за это, ну да. Вы сейчас об этом услышали первый раз. Вот скажи мне, пожалуйста, какое это вообще имеет отношение к акциям на Майдане? Но мы маємо згадати, що тоді, ну, на даний момент це відомий таксист, але також він був достатньо відомим депутатом, а до цього він був відомим козаком, який йому потребували трошки сигарет. І ми пам'ятаємо, як він стояв, ну, вражаючи те, що його розум був достатньо такий десь, ну, на 13-14 років, то, в принципі, його тобто, хтось використовував, а той, хто його використовував, він, ну, обов'язково має бути... За це не должен відповідати. Верно, да. Ну и дальше, опять-таки, банальщина пошла. Нарушение неприкосновенности жилья, 170-187, кража, разбой, грабеж, бандитизм, терроризм. У меня мои знакомые люди выходили на Майдан. Люди, которых я реально знаю. Один из этих людей, Валера, погиб. Он участвовал в шоу «Украина имеет талант». Там рисовал на воде красками очень красиво. Занял призовое место. Этот человек был... бизнесменом. Он имел все, он имел там свои магазины. То есть я могу много хорошего о нем сказать. Этот человек вышел на Майдан за то, чтобы мы в перспективе жили по-другому. По-европейски. Обманули людей, да, на Майдане. Так далее. Это все понятно. Но я знаю людей, которые выходили на Майдан за другую жизнь. У них в голове не было никогда москаляку на геляку. У них в голове не было никогда совершать что-то подобное краже, разбою, грабежу, бандитизму или терроризму. Их не нужно за это прощать. Люди вышли туда действительно на акцию. А этот закон, который прописан для того, чтобы избавить теоретически даже кого-то от ответственности людей, на яких робила ставку якась невідома нам сила, а може и дуже відома сила. И в принципе... якби їм не пообіцяли те, що вони ніякої відповідальності не понесуть, то вони б не зробили те, що вони зробили. Мені так здається. Совершенно верно. І дві статті я ще просто скажу. 197.1. Самовольне заняття земельного участка і самовольне будівництво, опять-таки, зачем сюди прилепили. Тобто хто-то мог побити на Майдані, якщо це акт, поїхати, я не знаю, на Западну Україну, відхватити у кого-то участок землі, як-то зв'язати з тим, що це зв'язано з подіями на Майдані, пожалуйста. Ну, знайти просто на цьому участку георгіївську ленточку, вирвати її і сказати, що тут цією ділянкою володіла погана людина, і я її маю... Про георгіївські ленточки тоді ще навіть речі якби не йшло взагалі ніякої. Це ж закон о декомунізації, потім вже прийняв позже. Ну, я розумію, так. Бачите, це я трохи наперед, так. І 436 стаття «Пропаганда війни». Тобто той, хто пропагандував війну, теж не потрапляє під уголовний зв'язок. Причому тут взагалі все к событиям на Майдані? Честно, я читал вчера этот закон, я его читал первый раз, после слов Венедиктова о том, что он не соответствует КПК. Конечно же, он не соответствует КПК, он не соответствует базовым даже принципам права, потому что это называется неотвратимость наказания. То есть сделал преступление, пожалуйста, отвечай. Конечно, тебя могут амнистировать, конечно, тебя могут помиловать, конечно, какие-то статьи могут декриминализировать, это все прописано, это все может быть. Но этот закон... Это и не первое, и не второе, и не третье. Это я говорю, это просто какой-то неведомый зверь, который просто с потолка его взяли, нарисовали вот таким, каким считают нужным, и все. Вот. И еще один момент по поводу него, по поводу этого закона, очень важный. Просто многие думают, что вот все, сейчас майдановцев начнут сажать, расследовать по ним начнут эти дела, да, и так далее, и тому подобное. На самом деле нет. Ты слышал когда-нибудь такого? Ты же не юрист, я надеюсь? Юрист? Ні, ні. Нет. Все нормально, все нормально. Зі мною можна спокійно розмовляти на ці теми, так. Значит, економіст. У нас в стране половина юристів, половина хто, якщо не то. Окей, хорошо, що не юрист. Я можу тоді задати вопрос просто тебе, як чоловіку, який мог слышать. От ти слышал таке выражение, закон обратной силы не имеет. Ну так, так. Ну його всі слышали, правильно? Потому що воно на слуху. Так вот и в этом случае закон обратной силы не имеет. В уголовном праве закон обратной силы не имеет. Если плохой это был закон, хороший это был закон, не играет никакой роли.
Если люди, какие-то люди, в период какого-то времени попадали под действие закона, который смягчает их ответственность или избавляет их от уголовной ответственности, потом этот закон можно отменять, можно принимать другой закон, какой угодно. Если они в этот период времени попали, их уже никто никогда не накажет. Я запитаю знайомих юристів, і я сподіваюся, що ти не правий. Тому що те, що ти зараз кажеш, це насправді дуже жахливо. Это тоже базовая норма права. 58-я стаття Конституції на самом деле. Ну, ми знаємо, як до Конституції іноді у нас ставляться, так що я думаю, що можуть з'явитися і знов якісь винятки і на цьому прикладі. Можна ще одне? Можна, да, да. Вот в этом всем перечне статей, которые я зачитывал, нет статьи 115. Статья 115 – это умышленное убийство. Пункт 8, часть 1 – умышленное убийство сотрудника правоохранительных органов или его родственника. Ну, это они не допрацювали, я так понимаю. Нет, это не… Это, я не знаю, что это. Я просто хочу сказать, что никто не мешал все это время всем правоохранительным органам, в том числе и Венедиктовой, как главе ГБР, вообще никто не мешал все это время расследовать убийства против сотрудников правоохранительных органов. И то, что сейчас этот закон отменяют, это не дает ни каких-то преимуществ, ничего вообще. То есть... Так, я зараз чую нотки такой критики и нотки да. того, что ты, в принципе, не дуже сильно веришь в то, что будут какие-то эти справы порушены. Не веришь, не веришь. То есть я не верю, я верю, что все равно это кубло змей, переплетено друг с другом, оно все равно будет договариваться. Может быть, какую-то жертву, может быть, какого-нибудь козла отпущения все-таки найдут, с кем-то его сделают. То есть, это, мабуть, будет пан Стерненко, потому что пан Дубинский безпосередньо звернувся до нового прокурора нашего и запитав, а как будет продвигаться справа Стерненко и Порошенко. Ну, я так розумію, що, в принципі, виходячи з цієї логіки, те, що ми зараз почули, і логічний висновок робимо, що, в принципі, Порошенка може хтось і не буде чіпати, а ось Стерненка як сакральну жертву можуть використати. Ну, Порошенка же за все это время никто таки не предъявил никого ни единого подозрения. Ну, давайте будем честны. Она же была в ГБР, и вот это все рассказы о том, что мы там провели грандиозную работу. Его ни разу не вызвали в качестве подозреваемого. Ему ни разу не прислали соответствующую повестку. Его что-то там допрашивают, как какой-то там свидетель. То есть я из этого делаю вывод, и поверь, это вывод обоснованный, и вы в нем убедитесь. Никто по Порошенко до сегодняшнего дня, вообще никто никакой работы, чтобы его посадить, просто не проделал. Вот эти вот все разговоры, все заявления Портнова, там я не помню сколько их, 13 штук, да? Они имеют общую формулировку. Для юриста это практически как пустой звук. То есть ты слышишь, оно звенит, но вот все, ни о чем дальше. Дальше нужно проводить глобальную работу по этим заявлениям. Я понимаю, что да, может быть, какие-то из них и найдут такие свое подтверждение на следствии. Но это должно следствие заниматься глобально этим, огромную проводить работу. Большое количество специалистов должно над этим работать. А вот работал ли кто-то над этим? Не, ну, мы можем сподіватися на то, что существует тайна следства, то есть мы не до конца всю Конечно. Информацию знаем. Может, где-то в каком-то кабинете сидят люди, которые ретельно проверяют все факты и такими нитками шьють нову справу. Так що давайте все ж не будемо втрачати оптимізм. Давайте не будемо. Тому що у нас зараз, вибачте мене, коронавірус панує в Україні. Ну, ми не знаємо. От, до речі, хотілося б запитати. Коронавірус – це більш якась медійна істерія? Чи це насправді величезна загроза, яка зараз над нами висить? Ти гаріш, давайте не будемо становиться пессимистами, да? Да, да. Ну, все верно. Никто же не хочет становиться пессимистом. То есть я просто говорю, я им не верю. Вот то, с чего мы начали. Я также не верю всем тем, кто расследовал дела по Порошенко. Я не верю, что это было. Что-то где-то там, может, там и лежит. Достаточно ли это чем-то еще подкреплено? Я просто в этом... Вот я просто говорю, как я думаю. Я просто им не верю. И... Даже не потому, может быть, не будут расследованы эти дела или доведены они до суда, что
он с кем-то там Порошенко договорился. Хотя это одна из причин. Вторая причина, что просто оно просто припало пылью, и многое из того, что там должно было быть, оно уже исчезло в неизвестном направлении. По коронавирусу тоже давайте просто быть реалистами, просто исходить из фактов. Давайте мыть руки. Давайте пользоваться этими антисептиками. Ладно, раз уже ими рекомендуют пользоваться, давайте. Давайте, ну где много людей, наверное, одевать эти маски будем. И давайте не создавать паники, и давайте не... Мне сейчас пришло сообщение от подписчиков, уже от нескольких, что по группам разлетаются, и им пишут, что детей нельзя на улицу выпускать, потому что будет либо штраф, либо вообще сядете за это в тюрьму. И меня спрашивают на полном серьезе. Мамочка с ребенком, что это правда? Я понимаю ее состояние. Не треба їй відповісти, що це неправда, але в 11-й вечір ні в якому разі не треба гуляти, тому що гелікоптер летить і отруту на Київ виливає. Все вірно, да. От я ж приблизительно так і відповів. Ну, хто-то ж це розганяє, ці фейки. Ну, хто-то ж цим займається, ну, хто-то це робить. Вот, поэтому тут вообще в этом информационном шквале очень сложно вообще сказать, это общемировая или это кто-то вот специально. Это все. Это совокупность. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони нам сьогодні розкажуть. Топ-блогери України. Привет, дорогие друзья, вести из дурки. Ну, скоро услышим, я надеюсь, потому что, если вы не знали, так Татьяна Черновол, не явилась в суд, ну, потому что она, сделав абсолютно тупое лицо, разговаривая сама с собой, сказала, что я не буду идти в суд, ну и что, я не пойду и так далее. В общем, Черновол назначили психиатрическую экспертизу. И это не шутка, потому что это не те органы, которые шутят с такими вещами, да. На самом деле информация о том, что у нее есть двиги, была давно, и она подтверждает ее постоянно каждым своим гениальным видео, обращением и так далее. И теперь, я надеюсь, ее обследуют и наконец-то расскажут нам, что это такое, что это было. А после этого мы зададимся вопросом, как это попало в Верховную Раду вообще, да, без освидетельствования. Кто-то же ее пустил туда, кто-то ее туда запустил. Подорвались пердаки, будем называть вещи своими именами, у активистов на назначение Венедиктовой. Причем у активистов, у убийцы Стерненко, сразу начал что-то бегать, там, и он сейчас ищет активно, куда бы ему побежать, может быть, просить убежище, там еще что-то. Ну, пусть попробуют, да, пусть попробуют. Также подорвалась пятая точка у некого Шабунина, он возглавляет Центр противодействия коррупции. Вот, и тут, знаете, объединилось вот это вот все шобло, вместе с такими людьми, очень неожиданными, а может быть для кого-то ожиданными, с Юлией Тимошенко. Потому что вот она у Макса на эфире, и Макс задает вопрос. Сьогодні були питання до Венедіктової, і питалися, зокрема, про справу Петра Лусича Порошенка, справи, там, де він фігурує як свідок поки що, да, питалися про справи Стерненка і інших. Стерненка и остальных. Вот они как заерзали. Они очень сильно испугались. Они на самом деле обгадились. Потому что они чувствуют приближение, наконец-то приближение. И никто не может остановить эту карающую руку правосудия. И найголовніше, що заділо, ну, зокрема, Європейську солідарність і особливо фракцію «Голос», це пропозиція Венедіктової буквально два тижні тому скасувати деякі статті закону про звільнення всіх учасників Майдану від відповідальності. Вот. Закон так називаємий про амністію учасників Майдану. Причому цей закон одностороннього дія, він діє в отношении хороших учасників Майдану. В отношении нехороших участников Майдана он не действует. Ну, то есть там правоохранители и так далее. И вот это тоже взволновало активистов, потому что многие из них приперлись оттуда как раз, с Майдана. Вы знаете, депутат Левус. Левус, депутат от Народного фронта, в вышиванке такой. Он активист Майдана был, там на якусь сотню там возглавлял и так далее. Оказалось, что воровал деньги. Воровал деньги из бюджета, якобы на съем своей квартиры. Вот. И накалядовал там что-то 500 тысяч гривен. Сейчас ему предъявили подозрение. Начнет скоро кричать про политические преследования. Вот вся грязь оттуда перекочевала в Раду. Вот просто объективно, для того, чтобы встановити истину, скасувати все обмежувальні законы, обмежувальні в першу чергу для слідства. Ну, якщо якийсь учасник революції
вбив навмисно правоохоронця, він має за це відповісти. Розумно. Якщо хтось убив правоохоронця намеренно, спеціально, он должен за это отвечать или нет? Юлія Володимировна відповідає геніально. От як ви оцінюєте те, що запропонувала пані Венедіктова? Послухайте, саме страшне, що зараз відбувається передьоргування. Звичайні прості люди, без будь-якої зброї на Майдані. Ні, подожди, Юлія Володимировна, люди без оружия не можуть нікого застрілити. Они не могут, она будет про деревянные щиты. Деревянными щитами они забросали, наверное, правоохранителей, что у тех пулевые отверстия, входные и выходные. Тетя. Які вийшли боротися за свою свободу, за своє право вибору, за свій європейський шлях. Вони не були озброєні, вони не були агресорами. Ну як же вони не були вооружені, тетенька? Якщо ми показували допрос одного із таких невооружених, який розказує, що 1000 патронів відстріляли, как же они не были вооружены? Карась не был вооружен, когда, как сообщает один из его же, понимаете, которых забрали сейчас из Крыма и дали квартиру вроде бы даже, да, Костенко, да, или как его там, что он застрелил уже лежащего правоохранителя в лицо. Из чего? Из пальца? Что сам факт, что взагалі новый генеральный прокурор розпочала не с того, чтобы вскрыть все эти коррупционные нарывы. Не-не-не, коррупционные дела тоже она вскрывает. Но почему-то Юлия Владимировна не упоминает про Порошенко, да? Они уже близкие. Вы понимаете, что они уже начинают там иногда объединяться. Европейская солидарность и батькивщина. Они такие хорошие. Я думаю, не дай бог, Юля бы пришла, Порошенко сейчас был бы премьером. Які с дерев'яними щитами вийшли захищати свою свободу, дерев'яні щити, по яким палили з снайперської зброї. Юля, дерев'яні щити, ти де знаходишся? Уже не 15-й год, хватить втирати цю діч. Вийшли, європейський вибір, дерев'яні щити, що? І дерев'яними щитами застрілили правоохоронителі? А вона взялася за людей, які вийшли на Майдан відстоювати свою свободу? Це не просто реванш, це політиканство на цій посаді. І тому я сподіваюся, що президент зупинить ці речі. Ні-ні-ні, як це? Сподіваюся, що остановить. Ні, грабителі, мародери, убійці повинні сидіти. Вне зависимості від того, прыгали вони на Майдані, или не прыгали вони на Майдані. Сидіти. Бачать збочену реальність, які сьогодні прийшли до влади. У нас є вбиті правоохоронці. Ну, тобто, у нас є загиблі з тієї сторони теж. Дивіться, ви... Не прокурор. Я не суддя. Вы не судья и не прокурор. Опа, сразу, я в домике. Так ты что, ты прокурор? Ты что все рассказала? Кто там с деревянными щитами был, а кто с пластмассовыми, кто в кого стрелял? Все, она все знает наперед. Шабунин этот подорвался, да? Вот, Центр противодействия коррупции. Уже упомянул и меня тоже. Потому что я хвалю Венедиктову. О, ее хвалит Шари. Все, на костер ее. Да, по этому клоуну я прошелся на телеканале ЗИК. Ну и не только поэтому. Поэтому представляю вашему вниманию мое короткое выступление. Пока. Держимся вместе. Нас больше, чем их. Зараз з нами на зв'язку блогер Анатолій Шарі приєднується до нас в ефірі. Анатолію, добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи є у вас нові сподівання? Ви знаєте, так вже можна сказати, що часто змінюються в Україні генеральні прокурори. Перша жінка генеральний прокурор в історії сучасної новітньої України. Як ви думаєте, справді не будуть продаватись справи? Справді буде проведено аудит Генеральної прокуратури? Ми справді будемо бачити невибіркове законодавство, да, або підхід до покарання, а дійсно ФЕМІДА буде незалежною, а органи прокуратури честь і справедливість будуть відстоювати. Здравствуйте. Да, я питаю именно такие надежды. Почему? Потому что вот Рябошапку, допустим, мы не знали. Мы с ним познакомились только когда, заочно, конечно, только тогда, когда выиграл Зеленский, в офисе подошли к Рябошапке, спросили там за дела, которые нас интересовали, да, он там что-то поморщил лоб. А потом мы начали с ним знакомиться ближе, когда я начал говорить о том, что с делом того же Стерненко что-то не так, да. Потом он встретился со Стерненко и так далее, и тому подобное. А потом он решил реанимировать дела против меня уже 9-летней давности. Вот. И было понятно, что это человек, который не делает ничего, во всяком случае, ничего позитивного. Что с Венедиктовой? Мы видели уже, что она делает. То есть на посту главы
ДБР, она занималась тем, чем, ну, ДБР занималась тем, чем не занимались другие органы, органы, которые должны этим заниматься. То бишь, что я объясню. Допустим, любое дело, от которого пытались любым образом избавиться, там, МВД, избавиться та же прокуратура, ДБР брало себе и начинало расследование. Я это лично знаю, я это вижу, я это видел на собственных примерах. Там, допустим, по Черновол, которая нападала на наших журналистов, ДБР в итоге объединяет дела и берет это дело себе и успешно его расследует. То есть мы видели эффективность, и я видел самый эффективный орган правопорядка. По поводу того, что сидеть, не сидеть, когда начинаются претензии, там, а почему не сидят, это, ну, садит суд в любом случае. А вот за нападение на судей, что часто влияло на невынесение приговора, отвечают также органы, которые должны привлекать этих бродячих активистов. Да? Их никто не привлекал. Я уверен абсолютно, что ДБР, что Генпрокуратура продолжит то, что делала ДБР. А ДБР было, на мой взгляд, самым эффективным органом. Тут немає табу. Володимир, дуже дякую за цю розмову. Було цікаво, особливо, ну, я дуже багато нових таких цікавих речей завдяки тобі сьогодні дізнався про це. Дякую за те, що прийшов. Сподіваюсь, це не в останній раз. Да, ребята, спасибо большое, во-первых, за приглашение. Кому интересно, пожалуйста, можете подписываться на мой канал. Кому интересны простые мысли простого человека, который просто не врет, но имеет свое субъективное мнение и немножко изучает информацию, о которой говорит, пожалуйста, можете подписываться. Конечно же, обязательно подписывайтесь на Тараса, если кто-то еще не подписан. Спасибо. И дякую. Сейчас вот так вот здороваться. Ну, добре, добре, добре. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ та блогери України. Ми надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами і не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.